Чтобы женщины для нас закон. Ё-моё, с каких пор мужики стали такими чмошниками? А ведь когда-то это было круто быть мужиком. Женщины существовали только для того, чтобы ублажать нас, смотреть за детьми. А мы в это время развлекались. И вот это был закон природы. Что произошло, Женя? А я тебе скажу, что произошло. Кто-то сказал женщинам, что они тоже могут получать удовольствие от секса. И это был конец. Теперь секс для них – это удовольствие, для нас – это работа. Да для нас теперь все работа. Мы только и делаем, что и шачим на наших жен.